Авиатор. Герой романа «Авиатор» — человек, оказавшийся в состоянии неопределенности. Очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего. Ни своего имени, ни кто он, нигде находится. В надежде восстановить истории своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные, хаотичные: Петербург начала 20 века, дачное детство в Алуште, гимназия, первая любовь, революция 1917 года, влюбленность в авиацию, Соловки. Но откуда он так точно понимает детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре 1999 год?